одевали на зубы, все очень аккуратно, все, только памперс не могу одевать, не умею. А так вот самочувствие неплохое, но немножко вот аппетит слабый. Вот бульончик с курочкой поставили, так посмотрю. И утром все умел от боли. Ну да, ночью, это когда поворачивается, а потом... А утром вот просто скорее. Забрали белку, клетку зачистили и посадили пёселя малышам. Всё сидит, всё у него белёнки, еда, вода, всё есть. Белки, тебе хорошо? Хвостом виляешь? А? Виляешь хвостом? Да, лапу. Лапу дай. Да, лапу. Ну дай лапу. Так, поводу правой лапы. Локтевая кость у нас полностью срослась. То есть, в принципе, эту спицу можно уже вытаскивать. То есть она не уже выполняет свою жизненно важную функцию. Ну и, в принципе, локтевая кость — это не обязательно кость, которая то ли будет работу кое-то. То есть ее можно оставить даже сломанной, она будет адекватно работать с лапой, но при условии, что лучевая кость в порядке. Лучевая кость. Вот. Дальше по флангу.